Хлебокомбинатовские пасхальные куличи не претендуют на особенное, выходящее за рамки традиционного, оформления. Но зато они, щедро промазанные сахарной глазурью и посыпанные разноцветной посыпкой, ароматно пахнут на весь цех. Здесь сегодня царит суета и легкая неловкость. Не каждый день на предприятие приходит священник. Отец Александр перед началом доброго дела читает молебен и освещает новые линии. Они, слава богу, работают успешно. Технологические линии давно отлажены, и горячие батоны дополняют восхитительный хлебный дух, который в большом цеху не растворяется долго. И здесь же срезают старую, обветшавшую и истлевшую линию. Вот таким убогим еще недавно было все производство. На новой линии пасхальных куличей будет в этом году произведено гораздо больше обычного. В этом году, благодаря новым линиям, мы выработаем 20 тонн пасхальных куличей. А торговать начнем 11 апреля по ценам прошлого года. Пасхальные куличи будут самой разной фасовки – от 150 граммов до полукилограмма. А еще пироги, пирожки и рулеты. Одним словом, здесь к Пасхе будут выпекать все, что украшает праздничный стол.